вылазить из своей зоны. Активные гости. Попов в итоге подобрал шайбу, сделал передачу на Секстона, и можно вылазить Дэну. Момент! В ближний направлял Дэн, но чуть-чуть промахнулся. Пузанов здорово закрыл синюю линию сразу по закруглению. Попов, Митякин, и 1-0! Евгений Митякин поразил ворота. Давайте посмотрим, здесь классно вот. Ну, в принципе, да, Митякин с Поповым-то на двоих и разыграли. Классно Митякин сыграл здесь. В тело и передача Попова, ну просто шикарная. На пятак, и Митякин в одно касание между ног Галкину шайбу отправил.